Здравия, соратники. Начал? Да. Здравия, соратники. И сегодня в этом замечательном месте, в старом баре, в крепости, разрушенной ядерным взрывом, примерно 200 с чем-то лет назад, я подумал, что лучше показать эту руну здесь, думая о том, можно ли этого было избежать. На самом деле, наверное, можно, но все сложилось так, как сложилось. И именно то, что сложилось, привело нас к тому, что мы есть сейчас и где мы есть сейчас. Ты можешь встать вот так чуть-чуть? Да. Конечно. Чтобы солнышко не светило. И все, что происходит, оно не случайно. И противодействовать мы можем на том же уровне, на котором действует враг. А враг действует в том числе и на символическом, на руническом и на прочих уровнях. И в то же время, памятуя о том, что все не случайно, хочется дать руну, которая бы означала неизбежность, неизбежность победы. Как говорил Танос, сама неотвратимость. Это руна анти-три шестерки. Все знают мудру три шестерки. Вот она. Ну, в общем, оно, если сделать две шестерки, то можно вот так вот сложить. Это руна неизбежности, это восьмерка, вечность. И все реальности вот так вот в пространстве вариантов складываются, чтобы образовать восьмерку, бесконечность. Если сложить вот так вот пальцы в мудру, то понимаешь, что все, что не делается, все к лучшему, все связано со всем. И победа неизбежна, потому что все только начинается. Чувствуем потоки, работаем вот так. И в конечном счете мы победим. Добра. Ну хватит.